падашта на мен. Потому что ухо открываю слышать, эрмено файса мен, то, что враг говорит. А если он говорит, ребето падашта на мен, он никогда не дает то, что армен падашта на мен, укрепляет тебя. Вера тогда теряется, и в шаткость велика в стопах твоих, народ мой, амин. Потому воспрянь, румена падашта на мен, удали леность от себя, и румена падашта на мен, а приди к арменту падашта на мен под ножи ног моих. Приди такого, как есть, приди такова, какая ты есть, небо открыто, амин. Руки простерты мои, и милости не отнимаю, а еще даю. Милость, милость, милость для тебя, ибо хочу спасать, ирмено файса мен, хочу укреплять, ибо время нелегкое, дети мои. Ты вилен, дуре олде файса мен. Вы видите сами, что делает враг. Он всеми способами заходит к ремену файса мен, дабы нести нечистое, мерзкое, чтобы отвратить от пути истины. Амин. Но вера в тебя должна быть живая. Амин. Когда ты смотришь слово мое, когда ты хранишь заповеди мои и исполняешь волю мою, тогда не подвигнет тебя. Но когда к ремену фада штана мен приходит обрядность в жизнь твою. Амин. Вера мертва. Ибо послушал, попел, даже помолился и отошел. И забыл то, о чем я говорю для тебя. А я зову ныне народ мой. Приди ближе ко мне. Приди, армен фадаштанамен. Я привел тебя. Я привел тебя. Я влек тебя. Ибо я люблю. Я жизнь свою отдал за тебя. И потому зову ныне стоящие на месте сём. Это милость моя. Это забота моя, прослав, и не говори сердце своем, пронтер подештанемен, не чистых, мерзких, постыдных слов один на другого. Но поддержите, но помолитесь, но помогите, ибо враг многих пошатал, и нет твердости в стопах, нет веры, нет чистоты, а только метание, а только борьба. А ныне дано время, я привел тебя сюда, поспеши открыться предо мной, все изложи, как отцу, как матери, амин, и более, как Творцу, амин. А я Бог живой, я не оставлю тебя, ибо люблю, велико люблю, и сей день я создал, и милость моя не отнята от тебя. Знай, будет трудно, амин, но когда будешь со мной, будешь храним, и я буду вести и помощь подавать для тебя. Потому ныне соединись, совокупись и неси молитвы и моления, ибо я Бог живой, жажду, чтобы ты славил меня. А когда будешь славить, будет милость на милость подаваться для тебя. И то, что будешь просить, я восполню. Я знаю нужды, я знаю боли, я знаю тревоги, но я никогда не прохожу, когда молитва веры, она возносится к престолу моему. Милость подаю, помощь подаю, но как многие, ох, раменту файзамен, забывают благодарить меня. А я жду, дочь, сын, я жду тебя, чтобы ты преклонился, восхвалил имя мое, ибо оно превыше, и нет иного имени на земле, которым дано спасение народу моему. Амин, амин, амин.